Жара жарой, а до 1 сентября остаются считанные недели. А это не только праздник с шарами и цветами, но и хлопоты, среди которых некоторые носят медицинский характер. О чем идет речь и почему этим не стоит пренебрегать, расскажем далее. Август – волнительное время для многих родителей, особенно для тех, кто готовит своих малышей к первому походу в детский сад и школу. Ни для кого не секрет, что для поступления в образовательные учреждения требуется карта-форма, подтверждающая здоровье ребенка. А значит, самое время уделить внимание обследованию детей. А сделать это нужно не только вовремя, но и качественно. Сейчас уже в один месяц у ребенка проводятся такие осмотры, как электрокардиография, электроэхокардиография, нейросонография, то есть УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ тазобедренных суставов. Именно эхокардиография, которая раньше не применялась в этом возрасте, сейчас это входит в обязательные осмотры у детей первого месяца жизни. Этот же самый список специалистов требуется пройти перед поступлением в детский сад и школу. И, как видно, исследования больше не ограничиваются анализами крови, мочи, кал на яйцах глистов и энтеробиоз. Это связано с изменением заболеваемости детей, в их числе болезни органов слуха, зрения, а также опорно-двигательного аппарата. Некоторые к этому относятся халатно и ищут способ быстро получить нужные печати. Однако в этом таятся большие опасности для здоровья и будущего ребенка. В детских садах и школах с той активностью и нагрузкой, с которой столкнутся дети, любое невыявленное заболевание будет распространяться с пугающей скоростью. Сейчас, если смотреть статистику, есть увеличивается количество недоношенных детей, детей с врожденными аномалиями, врожденными пороками развития, детей с пороками, с заболеванием глаза и уха. Важно, чтобы мама понимала важность этих осмотров, важность этого скрининга, который продолжается на протяжении всей жизни ребенка. Многие родители боятся, что для такого обследования от них потребуется много времени и денег, ведь детские специалисты узкой направленности разбросаны по городским больницам. Идеальный во всех смыслах вариант – поликлиника «Медпрестиж». Во-первых, можно пройти детских специалистов, узких специалистов. Это и офтальмолога, это лор-врача, это детского гинеколога, детского кардиолога. То есть вот это исследование эхокардиография точно так же можно пройти у нас в центре. Электрокардиография, педиатр, ортопед-травматолог. В заключение родители получат не только полную и достоверную картину здоровья своего ребенка, но и рекомендации от ведущих специалистов региона. Помните, ваше здоровье – это ваш выбор, а мы дадим исчерпывающую информацию о всей системе здравоохранения региона. С вами был «Здоровый интерес», я Алексей Старцев. Будьте здоровы!